уже 3 дня. Мы пытались записать ролик 5 раз. Кристина много прикалывалась. Я ей сказал, что перестань прикалываться, в итоге она стала вообще молчать, как рыба. И вот пытаемся тебе что-то выдать. 3 дня мы ничего не выдавали, да, роликов не было. С одной стороны, вроде как бытовые темы закончились, какие-то полезные тоже ролики, ну, идеи, да. Но, ну да, не, бытовые темы не закончились, они все время появляются. У нас холодильник поломался, да, морозилка, точнее, отключилась, половина розеток в доме, поэтому у нас нет там... холодильника сейчас нету, там микроволновки. Еду кастрюли на балконе на ночь у нас ночью для котов. Коты не съели сыр. Если вы знаете, где мы живем, ночью можно прийти покушать. На балкон. Или если вы умеете чинить холодильники, морозильники, с радостью. Приходите через балкон. Нет, просто напишите. Под каждым видео есть наша почта. Красиво. Еще у нас есть такая просьба, да? Да. Это уже касательно бизнеса, мы сейчас сами, естественно, тоже там. Ну, опять же, вам это тоже пригодится. Да. В любом случае, ищем синглового, ну, то есть бухгалтера по-нашему. В Кракове. Желательно, мы нашли русскоязычных. Артем, да, Артем Федоров на своем канале порекомендовал человека, ну, в Вроцлаве, да. Это юрист по стукам, да? Да, да, да. Угу. А нам нужен синговый. Желательно, конечно, очень бы хотелось, чтобы он понимал хотя бы по-русски, да? Ну, не факт. Ну, или просто проверенный. Ну, хороший. Я просто думаю, хороший, мы разберемся, да, с языком. Да. У нас много, слава богу. Спасибо, очень много нам предлагают об нас учить, да, в польском. Спасибо. Это... слава богу. Дзинкой бардзо. Дзинкой. Нет, это я от себя сказала. Я попросил. А, вот, то есть, ну, пока так, мы работаем. Мы не просто вот сидим, ничего не делаем. Мы работаем, чтобы давать уже не просто там какая погода, да, сегодня дождь, да, ну дождь и дождь, все, дождя не видно. Там, сегодня через там полчаса, кстати, время поставит. Мы пойдем на первый урок бесплатного. Ну, бесплатное обучение польскому языку. А, ну, потом расскажем, поделимся впечатлениями. А, что еще? Все, ждем ответа. Мы, да, ждем ответа. Да, ищем сингл. Кто-то нам говорил, что если давно. В комментариях, по-моему, где-то я, да, знаете, кто-то говорил, что вот мы можем вам порекомендовать. Да, да. Мы уже, это было пару месяцев. Это было давно, мы еще тогда не были к этому готовы, да, а сейчас мы сейчас не можем найти. Не кто-то помним, из кто наших поляков. Да, кто-то из наших поляков. То есть, ну, из наших поляков. Из наших. Вот, поэтому мы работаем. Мы работаем, просто этого не видно. Пока что результат, ну, нету результата. То есть нам нечего выдать. Мы так. Мы, кстати, сегодня были в Ужонде по делам украинцев, да, и нас узнали. Подошел человек голубых кровей, который ждал голубую карту. Угадайте, где он работал? В Люксофте. Сергей, ему привет. Слава богу. Потом мы были. А я стою тогда, голубая карта. Такая пауза. Все молчат, Кристина молчит, он молчит. Я на них смотрю, говорю, продолжайте, я просто стою, завидую. А потом это. Ну, да, наверное, вот все, будем заканчивать. Пойдем скоро учиться. Может, тоже кого-то встретим. Вот. Если есть вопросы, задавайте. Да. Все. Мы устали, мы уходим. Да, вот. Yeah.